детских елках, чудеса блестят в иголках, и под елкой в Новый год каждый что-нибудь найдет. Надо лишь заранее загадать желание. Волшебной ночью придет Новый год, и к нам постучится кое-кто у ворот, зайдет потихоньку в открытую дверь. Ты сказку и праздник, конечно, поверь, ведь это не шутка, пришел Дед Мороз, подарок тебе новогодний принес. Саша, что-то очень много коробок. Да. Может, это не наши? Это наши. Надо нашу коробку, нашу наши. Так, пока сюда все ставим. Май, иди и ты под елку неси пока, ладно? Хорошо. Дай мне. Что-нибудь дай мне. Вот это тяжело. Смотри, какой для AirPods, мам, какой миленький. Вот это мой для тебя. А, вот это вот для тебя, вот это вот все. Вот это для тебя держи. А вот здесь что-то еще лежит. Вот это для моих телефонов. Груня! Смотри, какой прикольный. Дай посмотрю. Такой. Я себе такой одену. Мне такой очень нравится. Так, это для меня, это мое. Это моя леска. Это моя леска. Это мой твой чехол. Давай. Нет, я хочу открыть самую тяжелую. Май, рви коробку, Май. Я открыла коробочку. Май, покажи, покажи, что это. Сейчас. Это коробочка. А, это кук. А где ножницы? Вот, это тренка. Сейчас я открою. Это, наверное, набор мой. Саша, у меня такой же. А я не помню, Саша, что ты заказывала? Сейчас увидишь. Май, какая кукла большая. Он угадал. Я думала, она с ладошку маленькая. Вот, вот такая коробка. Маленькая, с ладошку. Я думала, что-то неизвестное. Тут строительный, нет? Для смотри, дома? Дом строить будем. Да, наверное. Это для слайма? Смотрите, наверное, мама, да. А, вижу. Мама, смотри, это вот такая вот... Что-то раз, это мое, это выпало, смотри.
Здесь ничего больше нет, ну давай. Давайте посмотрим, что здесь и что здесь. Невозможно что-то лежать. Это что мы такое? Это кому? Это мне. Это мне! Круто, бля! Салют, иди посмотри. Смотри, вон. Да, я вижу. Но у нас остался один нераскрытый подарок. Давайте же посмотрим, что они же делают. У нас остался подарок. Вон еще подарок. Или там по упаковке вот это подарок. Что? Подарок. Ну, вот это вот одна пачка бисер. Это для меня, может быть, здесь и бисер. А тут бисер, Саша. Он угадал такие коробки, как я хотела. А здесь что ли? Так, смотрите, давайте переоденем чехлы. Давайте. Вот, смотрите. Вот чехлы. Вот у меня чехлы. Такая вот куколка. Какая милая. Нет, так вы знаете, где можно снимать? Она что-нибудь говорит? Нет, она ничего не говорит. Кстати, там есть... Вот там есть твоя крутая кукла, там у нее есть, ну, на чем рисуют художники. И там вот берешь воду, и у нее там есть кисточка, вот так разносит, а там рисунок есть. Вау. Там есть доктор. Даже больше, чем я хотела. Спасибо, Дед Мороз. Сейчас теперь в такой мере. Ну, я буду вот это красиво. Вот. Вот это? Вот такой. Я буду носить. Я хочу платье. Я не буду одеваться, но это очень сложно. Ну я буду вот такой вот носить.